Короче, ребят, вот такие сделал штуки для крепления крышки. Вот так они выглядят. Сейчас, короче, их будем сюда клепать, а потом к ним будем сверху делать крышечку. Так, одна готова. Таких штук у меня 9 штук. Я уже 2 закрепил, 3 закрепил одни. Погнали дальше. Теперь крепим боковинки. Сделал такие боковинки. Пока время, закрепим пару болтиков. Сделал такую трубочку, в общем, для того, чтобы так вот уголок ходит. А вот на такую трубку алюминиевая 10 миллиметров, короче, сюда ставится, и она одновременно вот этот уголок прижимает, и эти уголки тоже будет держать, не давать им будет расхаживаться, подвигаться. Так, вот это у нас подшипниковая опора, она будет крайняя гусеница. С этой стороны также ставим. Так, теперь сюда тоже крепим. Так, ну и с этой стороны еще одна осталась. Нарезаем резьбу. Впереди будет такой просто еще пофиг ставить. Вот такой чудо-бампер остался с предыдущего проекта, с предыдущей версии, так скажем. Он будет крепиться вот так вот. Thank you.
да, будем определиться. Это 44 сантиметра. На 70.